Всем привет! Вот объясните, мне, пожалуйста, зачем женщины снимают подобные видео? Ладно, опустим то, что на фоне ковер, это там «Привет из СССР», как бы там, может быть, кому-то нравится подобный стиль и все такое. У меня, к слову, знаете, вот все кроме шуток, у меня родители дома не убирают ковры. То есть у них на стенах реально висят ковры, папа прям отстаивает право висения ковров. Серьезно. И мы вот как бы, кто, ну, я сестра средняя, да, мы приходим в гости, маму там как-то пытаемся говорить, это все бесполезно. Ну, как бы папа есть папа, папа глава семьи, с папой не спорит, ладно. Как бы мы уже смирились. Но я думаю, тут вряд ли есть какой-то папа, который против, вернее, который не разрешает снимать ковры. Ладно, рваные колготки. И вот этот секси-танец, к чему это все? Честно, вот я вообще не понимаю.